Создание семьи – большая ответственность, которую не все способны выдержать. Все зависит от воспитания, говорят специалисты. Так, с начала года по области актюбинцы заключили более 6500 браков. Из них около 2500 уже закончились разводом. С начала года в стране вступили в брак более 48 тысяч человек. Однако есть те семьи, у кого радостные моменты не длятся долго, и вскоре они разводятся. Если считать в процентах, то большая часть разводов приходится на области севера страны. А вот на юге их очень мало. Есть разные причины для совершения такого шага супругами. Последние два года, когда у нас случился карантин, очень стало много бракоразводных процессов. Конечно, это никому не льстит и нету будущего у наших детей, если в данное время происходит бракоразводные. Разводные процессы. Какой смысл молодым семьям выходить другой раз замуж супруги, если есть дети? Либо ему жениться, если у него есть свои дети, будущее его поколения, это его кровь, плоть, и, как говорят казахи, это меном отан. В регионе процветает сфера медиации. Сегодня в нескольких районах работают представители. Они трудятся над сохранением ценностей семьи. В противном случае спор супругов будет продолжительным. Было очень много определенное время бракоразводных процессов, но сейчас уменьшается. В связи с тем, что нам активно работают наши медиаторы по области, я сама, проехав 12 районов наши, скажу, что проводила семинары, тренинги именно в отношении, как правильно вести переговоры, вот именно бракоразводных процессов, как семью сохранить, как договариваться со свекровью, как договариваться именно с родственниками, для того, чтобы будущее детей оставалось тем же счастливым и сохранить возможности семейного счастья. Опытный специалист отмечает, что ссоры в семье негативно сказываются и на ребенке, поэтому прежде чем развестись, супругам советуют лучше подумать о будущем. На сегодняшний день по области создано 6632 актюбинских семьи. Из них более 2200 молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет. В январе-мае текущего года было зарегистрировано 1810 браков. Коэффициент брачности составляет на 2021 год 6,21. Число разводов в 2021 году составило 2412. Коэффициент 2,68. Если проанализировать данные, озвученные специалистом, то Актобе входит в число областей среднего звена по разводу. Конечно, в результате системной работы этот показатель удастся изменить в лучшую сторону, говорят специалисты. Прежде всего, супруги должны сами почувствовать ценность семьи. Владимир Федотов, Дархан Мектебай, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.